Так, всем доброго дня. Сегодня я буду делать картинку. Значит, размеры 35 на 70. Малые, ювелирные. Перемешала, перелила в другой стаканчик. Так, колеруем. Берем белый колер. Белый колер. Раз, два, три. Три капли. Смотрим, насколько плотность. Так, маловато. 4, 5, 6, 7, 8. Так, у нас должна быть хорошая плотность. Непрозрачная, потому что я не грунтовала, поэтому нам надо заколеровать плотно. 9, 10, 11, 12, 13. Так, перемешиваем тщательно. Так, ну почти, но еще мало. Значит, дальше. Добавляем синий колер. Ох ты, как много. Может, немного, да, красота. Две капельки у меня получилось. Две капельки. Перемешиваем тщательно. Так, добавляем белый еще. Еще белый. 14, 15, 16, 17, 17. Ну, можете колеровать, как вам нравится. Так, мне же надо... Так. Еще добавим белый. Так, еще нам надо выделить 30 капель будет, значит. Так, берем зубочистку. Добавляем немного красного. Чтобы его не перелить, нам надо вообще вот прям чуть-чуть. Так, у меня первый слух смешался. Еще надо белый вот добавить. Так, вот я добавила немного. Так, добавим пока белый. Тридцать два, 33, 34, 35. Так, еще 36, 37, 38, 39. Так, уже у нас 41. Так. В общем, красную. Ох, ты густой, я бы сделала. Ну что ж, будем так. Одна капля красного. Одна. Где-то две капли синего было, одна капля красного.
Так, смотрим, что получается. Колер любит по стенкам на дно идти, поэтому надо тщательно мешать. Вот надо еще одну капельку. Так, уже другой зубочисткой. Так. Тщательно, тщательно. Так, вот уже получается наш цвет. Цвет незабудки. Цвет незабудки. Так, давайте добавим еще белый. 42, 43, 44, 45, 46. Так, смотрим. Насколько перекрывает. Так, я бы еще добавила белый. Маловато. Раз, два, три, четыре, 48. Итого три. Мы добавим еще перламутровый порошочек. Так. Перламутровый. Так, вот он у меня. Так. Вот, поставь чуть-чуть. Мешаем, проверяем. Так, давайте добавим еще. Покрупнее. Так, вот это звездная пыль. Вот так, щедро насыпем. Звездная пыль. Авария, авария. Так, ладно, перемешиваем.
Смотрим. Так, добавлю я еще сиреневый. Еще одну каплю. Ну, я бы сказала, у меня тут даже не капля, а не до капли была. Поэтому, пожалуй, две капли. А там, смотрите, у меня просто колер немножко густой. Загустел. Вот цвет незабудки. Хороший. Добавим. Так, есть перламутр. Ну что, разливаем? Видео идет? Идет. Так, разливаем. Нам надо просто разлить, просто покрыть. Ровненько, без всяких заморочек. Так, красный колер был на дне. Перемешиваем. Тут еще и белый. Вот так вот размешаем. Все до капли. Выжимаем. Все до капли. Берем карточку пластиковую. Так. Все выравниваем. Совсем не напомнила, поверхность надо выровнять по уровню. Если стол неровный, то выравниваем. Конечно, если бы загрунтовали, у нас бы лучше перекрылось. Сейчас вот я смотрю, что... Таким образом равняем.